тебя что, дразнишь? Он меня кушает. Он голодный. Ну тогда ему, покорми его. Не забирай. Камила, ты кого кормишь? Кора кормит сама себя. Ага. Кора, зайка. Все, я не могу. Все, я хочу. Пойдем дальше? Повышаю. Альпака. Можно погладить по голове и по шее. Смотри, зая. Хорошая. Вот. Хорошая. Смотри, какая красивая, да? Мягкая шерстка. Петух неожиданно закричал мне на ухо. Вот это было страшно. А, только не прыгайте на меня. Да, можно. Кролика можно покормить. Это мой стакан. Они одинаковые, зайка. Мама, это мой стакан. Как мило. Купаются? Ой, обрызгали нас. Укачивает. Давай, покачай. А я спуца потрогаю. А, байки-бай. Аккуратно. Олененочек, смотри. Мама, чего за ну, наверное, не разрешено. А, наверное, не разрешено заходить, чтобы, не знаю, их личная территория там, да? А смотри, какой он милый. Какой же ты милый, кушает. Кора. Кора, зайка, ты видела? К олененку поползла. Эмма, ты с такой осторожностью подходишь, что он сам боится. Не бойся. Барашек. Бараш, он кушает. Это не мы. Смотри, Эмочка, какой темный, красивый. Мама, а как его зовут? Не знаю, вот у тети спроси, как его зовут. Бяша. Бяша. Бяша, девочка. Здравствуй, Бяша. 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 Нет, рыбы кормить не надо. Здесь как раз класс. Смотри, какая. Опа! Какая прелесть. Обезьянка на плече у Эммы посидела, да, зая? Да.